Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys, и сегодня соберем робот Макс. В набор входит клей, наждачка, 134 детали конструктора и подробная инструкция. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. А для таких неровностей используем наждачку. В обновленной инструкции вы увидите вкладыш, в котором есть расшифровка всех обозначений на 6 языках. Обращаем внимание на расположение детали. Эта деталь отличается от остальных. Вторую склеиваем точно так же. Второе колесо склеиваем по аналогии. Bye.
Также склеиваем второе колесо. Эта деталь толще остальных. Вторую склеиваем точно так же. Детальки приклеиваем так, чтобы они смотрели в разные стороны.
разные стороны. Вторую склеиваем по аналогии. Обращаем внимание на расположение детали. С этой стороны клеим пальчик, который короче всех. Готово! У собранной модели вращаются руки, колеса и голова, а также поднимается и опускается ранец. При желании игрушку можно раскрасить. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!